Всем привет! Сегодня я вам покажу обзор на вот эту кошечку. Я ее купила на OLX. Ну и она мне очень нравится. Извините, что сзади фон не убран. Ну потому что у меня никаких фонов. Ой, фонов, короче, не важно. Фона никакого не было. И поэтому я решила снять на вот это. Потому что я не знаю, какой фон выбрать, потому что у меня их всего лишь два. Я еще куплю вторую кошку. Она будет чуть поменьше, потому что это 11 сантиметров. Вот. У нее были повсюду наклейки, даже от нее немножко следы остались. Но вообще это не важно, поэтому... Вот я их стерла, еще... Вот тут фломастер, и тут. Даже ацетоном не стирается. Капец просто. Ну, поэтому я решила оставить так. Может, потом стерется. Ну, на этом все. Всем пока, ставьте лайки. Ждите следующего обзора. Пока-пока.